то, что происходит в виниле, это вполне вероятно могло иметь место в те времена. А я даже не сомневаюсь про то, что да? так было. И было еще да. по мордобойственнее, да, и да, по, да. по наркотичнее, и так далее, и так далее. Да. Это борьба за группы, за конкуренции. В конце концов, деньги большие. И конечно, пожалуйста. Мартин Скорсезе, ну и Мик Джаггер, который участвует в продакшене, да. Ну, пока его не было еще в самом фильме, может быть, он появится тоже как, не знаю, как сам. Певец. Как сам. А так очень интересно посмотреть, как же и что же происходило в те далекие времена, когда мы еще были очень маленькими. Не, ну мы посмотрели первую часть вместе. Да. И рок-группам хорошо смотреть документальный фильм про музыку вместе. Это здорово. Там прокомментировать можно, каждый сразу поделится, как у него это было в первый раз. Что-то неожиданное было бы интересно. Не, ну ясное дело, Rolling Stones было бы вообще идеально, но вряд ли... Мик, как скромный человек, поставит свою satisfaction, да, композицию. Но это бы сошлось, да? Да. Я очень неактивный смотритель. Не, я с удовольствием посмотрю обязательно. Вот как раз Амедиатека вот мне подарила вот такую вещь. Счастливый ты? Да. Это абонемент на год, и я, наверное, вот продолжу смотреть. Потому что Скорсезе мне очень, как режиссер, нравится. Идет. Вот смотрите этот сериал. На онлайн-сервисе. Да? Да. А Медиатека. Правильно. Ура.